У меня так красиво расцвел гелениум. Вот он теперь в полном распуске. Прям цветочек к цветочку. Такое яркое оранжевое зарево. Весь в пчелах. Тут такой гул, жужжание стоит. Вот такой вот у меня есть оранжевый. Когда он только начинает распускаться, он более оранжевый. Сейчас уже светлеет. У нашей бабушки всегда были гелениумы. Красивенький. Вот тут розовый флокс. Такой яркий, хороший. Первый год он у меня. Вот такой вот бордовый флокс. Мелкоцветковый. И высокий. Немножко пригну, чтобы его заснять. Белый флокс. Красавец. Тоже первый год я у мамы у своей на даче взяла. Эхинация. Бабочка на ней засела. Такого же оранжевого цвета, как и серединка цветочка. Она крылышки открывает. И тоже пчелы. Много-много пчел на ней всегда. И красивая бабочка. Чудесный гелениум. Я этой клумбой решила закрыть старые дрова, чтобы отсюда можно было подойти и их не заметить. Ну, пока заметно. Вот тут у меня под забором желтый гелениум. Он только начинает распускаться. Он совсем обыкновенный. Такой мало кому нравится. И вот под ним оранжевый. Некоторые даже прям в красноту. Вот он какой. Молоденькие кустики здесь спрятались. А желтый более высокий. А вот у меня под забором повисла пухлая тыква. Вот она какая большая. Я ее даже не сажала. Она сама по себе выросла. И дети ее на проволоку подвязали, чтобы у нее не было бочков. Чтобы она прям совершенно ровненькая такая висела. Красоточка. Начинает созревать наша новая ежевика. Мы только в этом году ее купили. Такая красивая. Сорт называется ежевика Торнфи. Вот так вот. Тут где-то еще вторая бирочка есть. Два разных сорта мы купили. Какой яркий гелениум.